В Оренбурге начали действовать новые правила использования газа в быту. Теперь все, кто пользуется газовым оборудованием, должны прослушать инструктаж по его эксплуатации. Управляющим компаниям предстоит регулярно проверять подвалы и подземные этажи, а также исправность вентиляции. Изменения анонсирует Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области. Инструктаж будет бесплатным. Он проводится после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. В свою очередь, собственники квартир будут обязаны в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещены приборы. Также людям рекомендуется закрывать краны на газовых трубах в случае, если они собираются отсутствовать дома более 24 часов. Исключение составляет только оборудование, рассчитанное на непрерывную работу.